Андреевич, еще вопрос псой, можно. Почему вы иногда на 40 лет выглядите редко, а чаще на 30? В чем секрет? Нет. Вероятнее всего, это правильный ракурс. Может быть, это... Вы не забывайте, что перед вами сидит человек, который прошел 12 химиотерапий. В ходе своего лечения потерял пару органов. Также я человек болеющий. Почему болеющий? У меня там были травмы позвоночника, были травмы открытые переломы рук, открытые переломы там, зубы у меня там были выбиты, потому что я на машине когда-то разбился, там куча операций. Я могу сказать, что когда дети у меня родились, и я вот с Машей тогда, была Маша, родилась Анечка, и был такой период, я думал, все уже, попрощаюсь с этим миром. Это только потому, что у меня искренняя яркая любовь к детям и к своей жене, и к своим близким. Это помогло мне как-то преодолеть вот это. А так я уже думал, все, конец мне будет. Знаете, человек пышет, и деньги есть, и все остальное, а здоровья вообще нет. Сейчас что я делаю? Я могу сказать, что я перестал совершенно думать о прошлом. Я, не думая о прошлом, не пускаю воспоминания. Также я знаю принцип молодости. Он звучит так. Чем больше ты на протяжении дня восхищаешься и радуйся, тем моложе ты выглядишь. Радуйтесь, смейтесь, восхищайтесь, прикалывайтесь над собой. И больше позитива, не ныряйте в телефоны. Вообще самое страшное, что сейчас есть в человеческой жизни, находится у вас сейчас прямо в ваших руках. Я хочу вам сказать, как снизить вес, как улучшить сон, как сделать так, чтобы выглядеть моложе. Я могу вас научить. Берете вот этот телефон и в 9 часов вечера его выключаете. Кладете где-то в квартире и до следующего дня, до 10 утра его в руки не берете. Начнете так делать за один месяц минус 20 лет. Где бы вы ни жили, как бы вы ни хотели, делайте, как я вам скажу. Будете приятно удивлены. Точно так же с телевизором. Мы не уделяем себе, Бог так устроил людей, что они должны быть на улице. Поэтому по чуть-чуть гуляйте иногда. Обязательно спите. Крепкий сон, теплые отношения в семье. Физические упражнения, диета, бани иногда, отсутствие алкоголя, чтение мантр и так далее. Это все и есть принципы. Какие из БАДов самые лучшие для того, чтобы выглядеть моложе? На первое место ставьте коллаген. Коллаген, в нем находится вещество, которое влияет на фактор роста. Тот, кто пьет коллаген, восстановит все абсолютно... Вообще есть целый цикл такой у меня там. Я рассказываю о коллагене, о препарате, который называется цистин, это аминокислота, и объясняю, почему это необходимо принимать. И я вам говорю вот на 100%. Начинайте принимать коллаген, принимайте его с цистином, и на протяжении, или цистеином, все равно с чем. И на протяжении одного месяца можете фоткаться до и после. Не забывайте, что я постоянно провожу марафоны. Во время марафонов дышу, работаю, провожу целительные практики с людьми. Делаю это долго и часто. Поэтому, конечно, выглядеть я буду хорошо. Сейчас спорт нельзя какое-то время, но в дальнейшем спорт будет. К чему я это все сказал? Эзотерика в моем случае мне помогает. Еще, если бы жена дала какой-нибудь кремчик, чтобы я там под веками, навеками или там где-то еще мазал, то я был бы еще более счастливым. Но ничего, доберемся и до этого.